дебютировать Борис Стариков. Это второй круг парного турнира между представителями Беларуси. Это юноша в белой футболке и российскими спортсменами. Минск старт. Второй категории это лет 14 лет и моложе. 14 лет и моложе. Тимур Крупов, Даниэль Ибрагимов и Алексей Абадов. Первый сет берут спортсмены из России со счетом 6-3. Это третий корт. А на четвертом корте. На четвертом корте включается интернациональный дуэт Азат Рахман, Таджикистан, и спортсмен из Словакии. Спортсмен из Словакии. Thank you.
Азат Рахман очень хорошее чувство мяча, он читает игру и, в принципе, выигрывает перестрелку на задней линии в парной комбинации. Очень хорошо. Спортсмен чувствует игру.